Да, местный, хорошо? Конечно. 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 Местный. Идемте. Идемте, да. Почему вы... Я решил вакцинироваться, потому что это нужно вакцинироваться для того, чтобы не было распространения этой эпидемии. Потому что третья волна явно придет на Украину. И не хочется лежать в инфекционной больнице потом с тяжелыми последствиями. Тем более у меня есть внуки, правнуки, и не хочется их заражать. А скажите, это первую дозу получаете? Первую. Иду добровольно, без всякой записи. Приняли с женой самостоятельное решение. Мы прям с семьей, да, муж, жена, все. Да, принимают. А завтра придут и дети. Так что молодцы. Внучка уже у нас вакцинировалась, потому что она медицинский работник и работает в инфекционной больнице. Именно в реанимационном отделении. Поэтому мы знаем, что это надо. Спасибо вам большое.